my name is George Efimov, and my friend Veronika Pacinak. We are 8 years old. We are from Russia, Moscow. По бульвару мрачно шел прохожий. Птицы пели, трели про апрель. Нес прохожий толстый темнокожий много уважаемый портфель. Шел мужчина чинно и солидно, презирая птичий перья звон. По лицу мужчины было видно, что весну не одобряет он. Что вся эта весна ни к чему, и песня не нужна никому, и вешняя вода ерунда. Да, да. Слепят лучи, летает лед, и сердце тает. И даже пень в апрельский день березкой снова стать мечтает. Веселый шмель гудит весеннюю тревогу, кричат задорные веселые скворцы. Кричат скворцы во все концы. Весна идет весне дорогу. Все вокруг волшебно и чудесно, но прохожий злится и ворчит. Вот ручей журчит и неизвестно, для чего и почему журчит. Налетел и пробежал по луже, под грязью ветра сорник. А ворчу натянул кепку туже и сердито поднял воротник. Ему эта весна ни к чему, и песня не нужна никому, и вешняя вода ерунда. Но все равно журчат ручьи, летает лед и сердце тает. И даже пень в апрельский день березкой снова стать мечтает. Веселый шмель гудит весеннюю тревогу, кричат задорно веселые скворцы. Кричат скворцы во все концы. Весна идет весне дорогу. Участницы и победительницы международных вокальных конкурсов, таких как «Ту Онда» в Испании, «Wave Ideas Greece» в Греции и многих других. Милана